Как упоительны в России вечера. Та-да-да-да-да-да. И вкус французской булки. Вот французской булки тут точно нету. А вечера упоительны. Господи. В этой красоте нужно находиться. Глазами вижу больше намного вот этих тонов, полутонов, красок. Вот видно, ну, интересно, на кадрах закатное солнце на елях. И вот туда, вот туда, куда я приехал. А вот туда я еду. Лодку колбасит, только отвлечешься. Вот это что? Просто надо, как говорится, сделать кадр и увеличить. Какой лазоревый цвет неба вот там вдали. Конечно, ни одна пленка это, ни одна видеокамера не передаст. А как это... Ой, ёпта, два уёбка, блядь. Напротив нас встали. Весь вечер палят, блядь. Вот хули палишь, блядь, хочется сказать. Только сердце, понимаешь, так размягнет, так хочется, блядь, ёпс, блядь. Пистолета, похоже, такой хлёсткий, только выстрел, блядь. Травмата, не травмата, чё там, блядь, херачит. Надо, блядь, сказать, ребята, блядь, заканчивайте с пальбой, блядь. После 10 перфоратором и пистолетом не стучать.